Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, видосик сегодня будет длинный. Выбрал один денек, чтобы записать вам видео. Так что усаживаемся поудобнее и приступаем. Нашел очередную коробочку старых телефонов. Не знаю, что здесь рабочее, что не рабочее. Ну и первый сегодня у нас будет испытуемый. Это Siemens C35. Эти телефоны присылались в Германии. Поэтому не знаю, что у них рабочее, что не рабочее, заклеено по колхозному изолентой. Давайте смотреть. Лоток 7 лоток присутствует. Поехали. По идее подсоединение как у обычной Nokia. Это я уже выучил. Пробуем включать. Так, телефон включается, видимость есть, клавиатура нажимается. И это радует. Не знаю, залоченный он или нет. Смотрите, выбирайте все телефоны. После обзоров я сделал группу ВК. И по чуть-чуть буду ее наполнять фотографиями. Так что, если кто-то хочет купить, можете выбирать и предлагать. Не обещаю, что я сразу ее наполню, потому что у меня сейчас работы очень много. Но телефоны надо продавать. Поехали дальше. Следующее испытуемое. Вот такая вот моторолка. Я даже удивился, что у нас аккумуляторная батарея. Аккумуляторная не вздутая. Так, здесь, здесь у нас, не знаю, где плюс, где минус. Сейчас попробуем подсоединить. Тут у нас, ребят, будет сбор блатных и шайка нищих. То бишь, телефоны, которые были с Германии, телефоны, которые я покупал на аукционах. Короче, все подряд. Давайте смотреть, что у нас есть. Так, телефон включился. Издал звук. Клавиши стерты. Но ничего не происходит. Не знаю, то ли проблема с дисплеем, то ли какая-то еще. Выключаем. Но он есть с аккумуляторкой. И это радует. Не сильно, но радует. Второй экземпляр. Третий экземпляр. Вот такой вот саджем в идеальном состоянии MyX1. Так, давайте смотреть, я не знаю. Тут уже трехклемная распиновка. Но тут, по идее, вот так через гланды. Тут никак ноги Тут наоборот. Не знаю почему так. Но, по идее так, правильно. Лабораторник не звенит. Значит, Игорь подсоединил правильно. Так, телефон не включается. И это даже удивительно, почему. Пробуем здесь. Ага, тут через... Смотрите, написано. Вот кнопка включить, выключить. Включается через это. Ну, ребят, как можно так? Я не знаю. Клавиши нажимаются все. Все отлично. Это наподобие, как я... Тогда помните, я просто волосился. Ага, включается тут, а выключается тут. Ребят, вы просто супер, вы просто молодцы. Как я просто простоволосился с Моторолой. Так что выбирайте телефончики кому-то в коллекцию. Так, следующий. Следующий, смотрите, вот такой флайчик, фуфлайчик. Я хотел его разобрать, но думаю, как его снимать. И так, и так, и так ерзал. Ребят, я вообще забыл, что здесь телефон разъединяется вот так, смотрите. Это вообще это вообще нонсенс. Там стоит гребеночка вот такая вот под пины. телефон модель E210. Не знаю, что он включится или нет. Аккумуляторной батареи у меня нет. <coughs> Пробуем включать его так, что кнопка включения находится здесь. На, на лабораторнике... Побежали циферки, а телефон не включается. И опять упали на нолик. Значит, у телефона короткая. <клёх> Я удивлюсь, если у нас сегодня что-то включится. От вас просьба подписываться на канал, репостить и посмотреть, пожалуйста, видео до конца. Так, следующее. А это у нас Vodafone. Скорее всего, не знаю, от какой компания. Может, даже Саджем ни марки, ни имени, ни роду, ни племени. Так, ну если я его спалю, будет трэш. Не спалю, будет тоже хорошо. Вот эти двухконтактные батареи. Скорее всего, он рабочий. Только как его подсоединить, вот это будет... Да, тонкие жало надо сюда. Эх, ребята, ребята. Не, ребят, не могу подсоединить. Надо делать провод на тонкий. Я только обещаю вам. Но, скорее всего, он рабочий. Потому что, по-моему, эти телефоны были рабочие. Но у меня раньше были такие тоненькие штучки, дрючки, которые мне надо просто сделать. Так, следующий телефон. Это у нас Nokia. Куда же нам без увеличительного стекла? 6103. Попробуем включить. Аккумуляторная подходит. Поехали. Ну и? Ну и как я вам? А, нет. Что-то пытается включиться. Пытается включиться. Пытается пробиться. Еще раз. Моя попытка. Номер 5. Оба, Инсерт сим-карт. Так, скорее всего разряженный аккум. Сейчас ставлю на паузу еще новый телефон включается, циферки набирается, внешний дисплей разбит, но рабочий. Да, я шевак, чему говорил, что половина телефонов, не знаю, как они у меня сейчас влезут все вот здесь на камеру, придется сдвигать, потому что телефонов много. Если досмотрите до конца, там будет крутой телефон, но сейчас не буду показывать. Потому что будет неинтересно. Так, следующий телефон. Panasonic Так, нету Панасоника. Распиновка Nokia. Сейчас будем смотреть. Бабушка фон. Как вы услышали, телефон провибрировал. Вау! Ого, какой цветной дисплей, ребят, он работает, отлично, my dear, ну tools, profile, ну чё, прикольный бабка фон, ребят, кому надо такая балалайка. Это редкие балалайки. Ни у нас в Украине на рынках их не было, ни в России. Поэтому прикольный телефончик. Такого плана телефоны будут недорогие. Так что, пожалуйста, милости прошу. Так, вот еще у нас есть C35. У меня их в свое время было очень много. Знаете, как Матроскин говорил, дядя работает на гуталиновой фабрике. И шлет мне этого говорит, гуталина без разбора. Так, пробуем включить. Но этот гуталин не включается. Я смотрю, тут окислены контакты. Может, из-за них, может, нет. И он без маркировки. Но ну, бог его знает. Телефончик у нас не включается. Поехали дальше. Смотрите, какая баланка, ребят. Моторола. И что у нее есть? Вот такая выдвижная антенна. Телефон реально прикольный. На него даже есть аккумулятор. Но в свое время здесь был сгнивший контакт. И он, по-моему, не работал. Я не мог его включить тогда. Сейчас я попробую посмотрю. Сейчас, ребятки. Сейчас попробуем запуститься. Не знаю, как, конечно, каким образом я это буду делать. Так, где у нас кнопка включения? Ага, ага, ага. А бог его знат. А, вот она внизу. Поехали. Так. Блок питания не выдает ничего. Может, я неправильно что-то делаю, но... Да, блок питания не выдает ничего. Хотя вот замыкает батареи. Здесь он, получается, заходит на материнку. А здесь стоит перемычка. Но если замкнуть тут, я его просто спалю. Это понимаю мазами. Давайте попробуем вот так. А он не так и не так не реагирует. Надо, короче... А вон он, контакт аж внизу. Он просто отгнил от времени. Так, пробуем зажать. А не нервничать, я сам психую, потому что тянем время. Так, ну не получается мне его запустить. Если кто-то знает, как запустить такой класснючий телефон. Телефон реально крутой, раритетный. Вот такая вот болванка. Так, едем дальше. Следующим номером нашей программы есть вот такой Siemens. Но это, скорее всего, был радиотелефон. Гигасет. Но это не представляет. Ух ты, какая лялечка, ребят, смотрите. Моторола. C140 в идеальном состоянии. Реально в идеально, смотрите. Тут нет царапин вообще нифига. Есть вот такая вот батарея. Ага, она не отсюда. Вот. Плека. Плека, плека. Сейчас попробуем не спалить. Так, вроде правильно пиную. Поехали. Смотрите, лялька. Да, вообще бомба. Короче говоря, без сим-карты не включаем. А нас что так сделать? 1, 1, 2. И позвонить. Ребят, он работает. Бомбическая сила. Так что смотрите, телефон реально крут. Реально капсула времени. Так, один рабочий. Так, следующий, смотрите, раритет. Вот такой вот Samsung, я даже не знаю, как он называется. Такая вот откидная крышка. Ну, это, скорее всего, не GSM связь. Так, смотрите. Здесь у него есть вот такой аккумулятор. Я даже не знаю, как его распиновать, запиновать. Так, там плюс, там минус. Но это надо будет пробовать как-то его иголками, что ли, заряжать. Есть вот такой вот телефончик. Ну, реально крут, смотрите. Такая вот лялечка. Так, поехали дальше. Так, 11.00 интересный телефончик. И, и какие-то полосы на дисплее. Внизу были, скорее всего, гоплык материнки. Слетела прошивка. Это жалко. Поехали дальше. Смотрите, есть вот такой Siemens SL55. Смотрите, какая лапушка. Очень интересный телефончик. Так, давайте попробуем его подсоединить, не спалить. Если честно, я даже не знаю его распиновку. Так, аккумулятора, овы на него нет у меня. Так, хоть бы не замкнуть, хоть бы не замкнуть. Пожалуйста. плохо держатся клемники. Ну, это вообще издевание. Как его зацепить? О, вот так. Так, не хочет включаться. Что-то пукает, мукает. Скорее всего, ребят, что-то с прошивкой. Слышите, да? Плохо. Так, едем дальше. Так, что у нас здесь есть? Опа! У нас есть Nokia 5300 Express Music. Обалдеть. Обалдеть. Пробуем. Ага, у него кнопка на торце. Провибрировал. Ага, порван шлейф. Включилась клавиатура. И дальше никакой признак. А если еще найти мне шлейфа, версия не подойдет шлейфа, потому что я помню, в свое время менял. Он может просто не включиться, но будем пробовать. Опять же, подбирать дисплеи по версиям очень тяжело, но рентабельно. У меня вот такая коробка, я в свое время вывез запчастей на него, попробую собрать. И есть у меня два новых оригинальных корпуса лежат. Так, ребят, следующим номером нашей программы Motorola C155. Смотрите, какая лапушка. Так, пробуем. Его зацепить и включить. Опять же, состояние телефона класснючее. Сейчас. Дождитесь в конце. Будет крутой телефон. Но потом напишите, как им пользоваться. Тоже цветной дисплей. Вау! Ребята, он включился. Класс. Так, сим-карта он пишет нету. Сейчас попробуем позвонить. И... Так, еще раз пробуем. Один, один, два. Кол. Так, что-то он гаснет и ничего не хочет звонить. Может, запаролен? Ну, не знаю. Так, поехали дальше. Следующим номером нашей программы есть вот такой вот Siemens. Внизу написано S40. Не знаю, как он тут цепляется. Сейчас попробуем опять, чтобы его не спалить. Так неудобно сделана клемма. Так. Пробуем поднять ее. Так, цепляемся одним краем сюда вторым сюда ну и пробуем запускаться что-то стреляет и нифига не почему не знаю ребят напишите в комментах что это может быть что за пострелы так, обидно. Обидно, но не смертельно. Так, следующим номером. К790. Прикольный телефончик. Аккумулятор есть. Но, скорее всего, не все тут нерабочие у меня лежали. Я где оставлял из-за корпуса. Где из-за дисплея. Да, ребятки, тоже не рабочий. Какая обида. Джойстик, все рабочее. Все отлично. Ну, ладно, ждет своего часа. есть вот такой вот еще. Это я заказывал с аукционов. Вот так их простреливают для того, чтобы ну, знаете, как называется. Не доставайся ты никому. Но это лежит, не знаю для чего, но лежит. Так, едем дальше. Следующим номером нашей программы Motorola от компании Vodafone. Вот такая вот лялька. Вот кнопка включения, вот кнопка отключения. Сейчас будем прикалываться, попробуем запуститься. Ну, не знаю, ребят, если, конечно, получится. Тут полностью металлическая крышка. Так. не знаю, что из этого роя получится. Не, ребят, не хочет включаться он. Ну. Да. Короче, видос называется «Кладбище трупов». Один только рабочий. А, еще один рабочий. Но это в конце. Так, следующее. Есть вот такая вот моторолка. Не знаю, что она, как она, где она. Пробуем. Так. На меня, пожалуйста, не злитесь. Хотите видео, у меня телефоны заканчиваются, поэтому хотите у кого-то ненужные выкидывайте, присылайте. Так, погнали, включаемся. 0,2 ампера и тишина. Баба Лиза скушена. Mm -mm. Симпотная моторолка. Нигде больше кнопок нет. Чтобы мы с вами не смеялись потом с Игоря. Mm -mm. Не хочет, ребят, Вот такой вот. Погнали дальше. Дальше, дальше. То, что я вам говорил, есть аккумуляторы от этой моторолки. Так, так, так. Так. Сейчас еще вам покажу красавчика. Смотрите. S45i Siemens. Ну, не знаю за этот агрегат. Тут может быть или залочка, или не включачка. Одно из двух. Третьего, как говорят, не дано. Сейчас будем пробовать. Давай держись уже, товарищ. Товарищ плешнер. Так, где у нас включение? Вот оно. Так, не хочет. Пробуем подсоединиться вот так. Ну что и требовалось ожидать. Он просто не уключачка. Ампераж на лабораторнике прыгает. Телефон не включается. Да. Так. Ну что. Показывать вам еще. По времени мы вписываемся. Есть вот такой Саджем МЦ922 он включается. Мне он вчера понравился. Я его испытал. Поехали. И опять же включается кнопка, видите, зеленая. Вот он горит. Зеленая подсветка. Циферки нажимаются. Антенна выносная выключается вот этой кнопкой. Есть такая буква в этом слове. Так, дальше Siemens. Есть вот такой у меня C45, что ли. Да. Ну, этот может быть или закодирован, потому что много вот этих телефонов приходило у меня залоченных. Видите, оранжевая подсветочка. Телефон включается. Так что, если кому-то надо будет купить, проверить, пишите. Можете на запчасти брать. Без вопросов. Корпуса все в оригинале. Языки все он на месте. Ну и последней фишкой нашего сегодняшнего нашей программы. Будет интересный телефон. Смотрите. Nokia 92.10. Вот с такой крутой трубой, э, антенной. Вот так раскладывается. Коммуникатор. Так, здесь у него вставляется сим-карта и расширение памяти. Аккумулятор рабочий. Вот этот экран почему-то не работает. Не знаю почему. Смотрите. Nokia 9210. Сейчас я яркость уберу. Смотрите. Вот такая вот крутая телефона. Но, увы, тот не работает у нас дисплей. Не знаю почему. Телефон, по-моему, без русского языка пробежался я по смотрите менюшки. вот оно все здесь нажимаете даже градно есть вот он заходит выбираете что вам надо real player дальше экстра есть календарик заметки интернет как выйти настроить язык здесь я из этого меню не получается может я что-то не так делаю Скорее всего, вот здесь есть кнопочка, в которую надо зайти в меню. Скорее всего, я не знаю, кто знает, можете написать. Я его не разбирал, он у меня лежит. Я даже удивился, что осталась аккумуляторная батарея. Вот такой вот телефон. Такие телефоны очень дорого стоят. Даже в нерабочем состоянии. Но у этого, видите, в полурабочем, будем так говорить. Симку я не проверял. Надо будет ставить симку мою и проверить, работает он или нет. Так, здесь вот есть игра. Сейчас зайдем. Где-то вот эта кнопка верхняя не работает. Так, вот есть меню. Можно бегать по меню. Ченсел. Так, так, где-то была игра. Вот она. Получается интересное вот такое. Вот. Смотрите, видите, Nokia. Сейчас смотрится шикардосно. Телефон бомбический. И потом начинаете играть вот этими клавишами. Ну, здесь такой вот крутится кругляшок. На него что-то там нападает. И скорее всего, так понимаю, надо типа зумы, наверное. В свое время было, если видно вам. Ну, прикольная, короче, игруха. Ну что, на такой оптимистической ноте, что <laughs> из всего этого табора вот этот и вот этот работает. Естественно, честно, я не проверял, кроме Саджема. Все, ребятки, ставим пальчики вверх, подписываемся на канал. Кому интересно, можете купить телефоны. Постараюсь все выставить. Нет, делайте скриншот с телефона, предлагайте реальную цену не такую ниже рынка. И, пожалуйста, всегда ваш мистер Гудмобайл. Всем хорошего вечера. Пока-пока.